дважды и так далее. Где-то, наверное, 60-70 я уже проходил его выставку, наверное, мессенджерский. Вот отсюда как-то оба не остались его картины, спасла. Здесь у нас вроде. Ну, а что касается работы Рериха, почему их здесь так много, это все то, что подарил нам старший сын Рериха Юрий. В 1957 году Юрий вернулся в Союз и выполнял завещание отца, чтобы передать несколько сотен работ, ну, на родину вернуть, да. И желательная часть из них была отдать музею в близком Калтае, городу близком Калтае. Когда вы скажете, что мне когда-то в Новосибирске, да, но как раз наш музей тогда только открылся, и вы были единственным музеем художественным в близком Калтае. В итоге договорились, и вот Юрий передал нам эти работы. С условием, что мы не будем брать их как запасники, что они всегда будут постоянно сводиться. Ну, почему, опять же, так много. После все, что есть, да, говоря. А все остальное забрался, кстати, да, вот на 60 эта работа, а все остальное забрался в русский музей, там несколько сотен вещей было. Зависит от телевизора. За директором русского музея решал, какие работы поднимаются в Ленинграде.